Руководитель ФАС России Игорь Артемьев провел в Москве встречу с главой Якутии Егором Борисовым. Глава федерального ведомства предложил считать эту встречу стартовой для создания постоянной рабочей группы по решению жизненно важных вопросов региона. Одна из ключевых проблем во время встречи стала тарифы на электроэнергию и необходимость создания отлаженного механизма по их выравниванию. Глава ФАС заверил, что ведомство последовательно выступает за тарифное равенство всех субъектов страны и не только в сфере энергетики. И шаги, предпринимаемые северными регионами к выравниванию тарифов на электроэнергию до среднероссийских значений, он поддержал. Якутия в этом смысле предлагает не делить республику на зоны с различными механизмами тарифообразования, стремясь к единообразию. Мы сейчас уже четко понимаем, каким образом это будет происходить. Мы договорились о том, что по всем интересующим нас вопросам мы будем работать в рамках такой совместной рабочей группы, отрабатывать эти вопросы и совместно готовить те или иные предложения по изменению нормативно-правовой базы. На это Федеральная антимонопольная служба озвучила, что готова идти, готова поддерживать регион в наших начинаниях.